Накануне Старого Нового Года супруга моя, Любовь Николаевна, говорит: праздник все же отметить бы надобно. Я говорю: чего ж нет, может, в ресторан пойдем посидим? Она говорит: с удовольствием. Люблю покушать в ресторане. Я говорю: а не сказала, что мы кушать будем. Я сказал: пойдем посидим. Она говорит: если ты действительно хочешь доставить мне удовольствие, помоги воплотить в жизнь мою давнишнюю мечту. И так засмущалась, ножкой так водит. Я говорю: Люба, я не для того на пол ложил новый ламинат, чтобы ты ее когтями царапала. Давай уже, выкладывай. Люба говорит: я видала в одном кине, девушка шла по лесу, и на нее напал сексуальный маньяк. Вау! Я хочу так же. Я говорю: ты хочешь напасть на девушку? Она говорит: нет, девушка я, а ты маньяк. Я убегаю, на меня нападает маньяк, то есть ты. Я сопротивляюсь, ну и дальше... Ты понял, что дальше? Я понял, похороны маньяка. Она говорит: почему? Я говорю: ты же сказала, что сопротивляешься, а рука у тебя тяжелая. Я когда пельменем подавился, ты меня по спине так жмакнула, что с меня вылетел и пельмень, и вчерашний бутерброд, и все, что я съел за 3 дня, все вылетело. Люба говорит: ты не понял, я сопротивляюсь для вида, а потом шаловливая всадница запрыгнет на своего буйного жеребца. Я говорю: Люба, давай без этих джигитовок. Ты со своей фигурой жеребца лепешку сделаешь. Ты когда на огороде загорала, там 6 лет трава не растет. Земля так спрессовала, что трава не может пробиться. Люба говорит: не отвлекайся. Ты маньяк, страстно бежишь за мной. Я говорю: Люба, я страстно бегу только когда съем твой прокисший суп. Люба говорит: ты страстно бежишь за мной и домогаешься. Я говорю: Люба, а можно я буду домогаться до тебя дома? В лесу холодно, а на холоде моя крупнокалиберная гаубица превратится в детский пистолетик. Она говорит: или ты едешь со мной в лес, или моя мама едет к нам с 2 сестрами-близнецами. Представь себе двухголовую тещу Горыныча. Я говорю: Любушка, солнышко, птичка моя, в каком участке лесного массива ты хочешь, чтобы произошла эта леденящая кровь преступления на сексуальной почве? Люба говорит: сейчас найдем, а ты пока надень свой сексуальный наряд, мой пузатый затейник. Ну, я думаю, лес, сырость. Надел болотные сапоги, ватные штаны, свитер, бушлат. Поверх всего надел термобелье. Закончил ансамбль куртка, которую кум украл с работы в ЖЭКе, с надписью «Жилищно-коммунальная служба Ленинского района». Люба говорит: нет, в этой куртке мне будет казаться, что ты набросился на меня за то, что я не плачу за коммуналку. Сели в такси, Люба говорит: нам в лес. Таксист говорит: не боитесь? Там, говорят, завелся маньяк. Настоящий маньяк там еще не завелся, только едет. Мрачно пошутила Люба, и мы поехали. Люба сказала в лесу: а сейчас привяжи меня к дереву и делай, что хочешь. Я ее привязал и пошел собирать грибы. Нашел 3 сыроежки. Она говорит: что ты тянешь, дурак, давай, жарь. Я говорю: здрасте, ты дура. У меня ни масла, ни сковородки. Люба говорит: хватит болтать, давай уже надругайся надо мной. Я говорю: дорогая, сейчас футбол начнется.
Можно я во время надругания буду одним глазом на телефоне футбол смотреть? Она говорит, можно. Но я сделаю так, что ты на все будешь смотреть одним глазом. И в этот момент из леса вышел настоящий маньяк, страшный, бородатый, с одним глазом. Видно, тоже футбол смотрел. Маньяк посмотрел нас, плотоядно облизнулся и сказал: «О, какая красавица!» И внезапно набросился на меня. И вдруг между мной и маньяком внезапно возникла любовь. Любовь Николаевна, моя жена. После чудовищного удара ногой 47-го размера маньяк пискнул: «Я больше не буду!» «А тебе уже и нечем», — сказала Люба. На следующий день в новостях написали, что сотрудник коммунального хозяйства Ленинского района с супругой обезвредили опасного маньяка. И нам выдали премию, которую мы решили потратить на праздник, который мы так долго ждали. Со старым Новым годом! Игорь, а теперь на бис мы хотим услышать от тебя новогодний тост. В баре молодой парень стоит, пьет коктейль, тянет из трубочки. Рядом стоит девушка, тоже занимается тем же, тоже пьет коктейль. Он говорит: «Прошу прощения, вчера в 12 часов ночи это не вы танцевали на барной стойке в одном нижнем белье?» Она говорит: «Парень, ты рано ушел». Я хочу поднять бокал за нашего аншлаговского зрителя, который никогда никуда не уйдет и всегда будет поддерживать нас своими аплодисментами и своим смехом. За вас, дорогие друзья!